А сейчас на эту сцену выйдет певец и композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации и давний друг ансамбля Александр Серебряков с песней «Ивы». Под ваши бурные аплодисменты. Я Андрей Валентинович, или вообще зовут себя Андрей, меня зовут Саша, просто не будем для публики мы. Андрей, следы. Во-первых, хочу поздравить твой легендарный коллектив, который я знаю все 15 лет. Так как мы часто пересекались на многих площадках и работали вместе в концертах, но с некоторых пор... И на юбилей, конечно. Вот. С некоторых пор работает тут сынишка небольшой. Вот. За это особая благодарность. Он еще себя покажет. Да, я тоже думаю. Вот. Спасибо, Андрей, тебе за воспитание. Спасибо. Он зовет тебя вторым отцом. Нам, может быть, и на это есть основание. Воспитывай, как говорится. Поздравляю, желаю коллективу успехов, удачи, вообще творчества и каких-то новых гастролей для вас. Может быть, новых композиций каких-то. Подумай. Спасибо тебе огромное. Мы тоже, как тоже Саша знает довольно давно. Я еще помню, когда он Венец, у него была такая группа Венец, помнишь? Есть, да? Есть. Вот я тогда слушал, Венец. Мне тогда казалось, что это какие-нибудь там эти самоцветы, там, спецприятия, поющие гитары. Спасибо тебе огромное, что ты сказал прийти. За сын тебе тоже большое огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Отцы, молодцы! Ну, а сейчас песня. Я не помню, ой, да я не знаю.
знаю. Ох, да я не помню. Ой, да я не знаю.